Друзья, всем большой привет! Если вы ищете компактный кроссовер с гибридно-силовой установкой, то вам точно стоит посмотреть на обновленный Hyundai Tucson. Он отличается выразительным дизайном, современным салоном и большим списком стандартных функций безопасности и технологий. А благодаря электрическому усилителю и стандартному полному приводу, гибридные версии являются не только более экономичными, но и более мощными. Впрочем, стандартный гибрид выдает 231, а версия PHEV 268 лошадок, что на 44 и 81 лошадиную силу больше, чем у обычного Tucson. Как мы уже говорили, обе версии работают только со стандартным полным приводом. К тому же они оснащены традиционным 6-ступенчатым автоматом, что безусловно является большим плюсом на фоне главных конкурентов, которые часто используют бесступенчатые коробки передач. В целом новый Tucson представляет собой очень конкурентоспособный автомобиль, даже в стандартной версии. А модели гибрид и PHEV предлагают превосходное сочетание мощности и эффективности за небольшую доплату. Цены на новый Tucson пока не объявили, но, как ожидается, гибридная модель будет начинаться примерно с 34 тысяч долларов. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!